Министр экономики Армении Ваан Керабян призвал граждан страны смириться с продажей товаров с азербайджанской маркировкой. Десятки лет на рынке Армении были товары с турецкой и азербайджанской маркировкой. Были многочисленные турецкие товары, и это тогда считалось нормальным. Теперь, если мы будем настаивать на том, чтобы Сандора или Кока-Кола продавали нам товар, на котором нет маркировки на азербайджанском языке, тогда инфляция повысится и станет 10%. Потому что эти компании должны будут потратить деньги и внести разницу в стоимость товара, отметил Керабян. Что касается запрета на импорт турецких товаров, то министр экономики сказал: «В данный момент мы склоняемся к продлению запрета на импорт турецких товаров, если не будет таких геополитических изменений, в результате которых это станет невозможным». Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.